В Армении усиливаются антироссийские настроения. Жители страны провели митинг перед 102-й военной базой России в Гюмри. Около 100 человек вышли на демонстрацию. Митингующие требуют вывода российских миротворцев из Карабаха и закрытия базы в Гюмри. Также демонстранты призывают руководство страны отказаться от посреднических усилий Москвы в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном. По словам участников акции, Кремль пытается создать препятствия для отправки гражданской миссии Евросоюза в приграничные районы Армении. Путинскому режиму придет конец, когда украинская армия перейдет к масштабным действиям и уничтожит российские войска. Мы, армяне, ждем этого. Посмотрим, как себя тогда будет вести Кремль. Это очень важно для Армении. Мы переживаем не лучшие времена. Во многих проблемах виновата именно Россия. Проблемы в Карабахе также происходят по вине Москвы. Недавно посол Армении в России заявил, что Ереван никогда не выйдет из ОДКБ. Они хотят всегда держать нас под своим контролем. Россия до прибытия европейской миссии будет всячески стараться оказать влияние на Пашиняна. Но скоро влиянию России в регионе подойдет конец. Проект под названием «Россия» полностью закроется.